September. Fighting over the Jackson Queen government, Fortaleza, Brazil. Welcome, Diego Sierra Pronto! Okay, guys, you are professional. Show beautiful finance fight. We listen to my teams. If the team of feet, we don't work. You know rules. Don't fight us there. On the corners. Good luck. Итак, начинается главный поединок турнира Fight Night Global 58. Мурат Мачаев против Диего Брандао. Оп. В общем, посмотрим, сумеет ли Мурат Мачаев провести своего стиля. Проход. Тейкдаун. С легкостью просто подбрасывает ноги со 5 килограммов. Ну, есть преимущество в росте у Мурада на 5 сантиметров. Он выше. И еще один бросок. Начинает набирать свои весты Мачаев. Ну, начало подбадривает спортсменов. Еще одна попытка бросить. Оказался все-таки на 5-й точке Диего Брандао, но ненадолго. Разворачивается клинч и разрыв дистанции. Прессингует бразилец. Ну, а Мурат двигается. Не идет вперед. И вот сейчас пытается бразилец вывести из психологического равновесия россиянина. Мачаев сейчас удалось встретить и сразу же коленом в прыжке бросается в атаку. Попадание. И все время уже не первый раз бросается Диего добивать. Да, очень быстрые руки попал у Брандао. Да, попадает. И старается добить сейчас Брандао. Мачаева призывает. Тем не менее, концовку сумел он забрать в контроле. Есть тейкдаун навстречу. Опрометчиво и слишком, пожалуй, самоуверенно Диего Брандао бросился вперед на Мурата Мачаева и получил тейкдаун навстречу. Да, подловил. Переходы на болевой прием. И еще один переход на болевой. Вышел на рычаг локтя и все кончено. Вот так молниеносно закончил этот поединок Диего Брандао. Вау. И фактически проиграл Мурат Мачаев на своем же поле. Оригинальный переход на болевой прием уже здесь постучал Мурат Мачаев. Надо еще... And your winner by submission, Diego Sierra Brandao! Побеждает Диего Брандао, но вести себя нужно поскромнее. Ну и вот мы видим, что все-таки бойцы относятся друг к другу с уважением, пожали друг другу руки, даже обнялись.